Я счет сыграл. Теперь надо грамотно. Бей и выводи команду вперед. Он накручивает соперников одного за другим. Проходит этот. Тут может что-то получиться. Ну вот тебе и решил пробить. Оп. И разрезающий пас на ход. Мяч. Есть адрес у этой передачи. Увидел открывание впереди, делает передачу. Нужно забивать. Это может быть опасно. Есть игрок впереди, пройдет передачу. На!